Активная работа по росписи стен и алтаря и установке нового иконостаса началась в эти дни в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента. Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий вместе с правящими архиереями Средней Азии совершил в соборе молебен на начало всякого благого дела. В соборе начата работа по росписи стен алтаря с помощью специалистов, иконописцев из России. Другая же группа устанавливает фарфоровый иконостас. Тем самым люди и украшают сам собор и придают ему величие как центральному храму епархии и всего Среднеазиатского митрополитчего округа. Владыка Викентий поблагодарил архипастырей за совместную молитву, надеясь, что благодаря этому работа по росписи будет более успешной. В ответном слове временно управляющий патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поблагодарил главу округа за оказанный теплый прием. Позвольте, Владыка, пожелать и вам радостно встретить День Светлой Христовой Пасхи. И видим, что Пасха уже процветает здесь. И не только в хорошем, замечательном внешнем настроении, такой пасхальной радости. Чувствуется весна духовная, которая призывает всех нас к обновлению. Самое главное, Владыка, чувствуется, что жизнь и видится, жизнь здесь жительствует, проповедуется. И дай, Господи, дорогой Владыка, вам крепости Божией сил в вашем служении.